Самое главное, что лака в батальон. Так, у меня же тут шалгам есть. Давай, Челек, уходи. Так. И ужин нужен, приехал. Аджисис. Стимирсон. Там мама за ман Бенничи Джим. Синейчи Джексин. Хорошо. Так, курица, хлеб. Ну тут прям мы как это, как на природе, да, Рюзгяр? Дружочек мой тут присел, а там он другая сидит. Ну, в общем, у нас это. Ладно, ужин я буду. Я все-таки выпью, что ж я напрасно купила. Вот, два салатика. Ага, Диана, а что ты? А, вот тарелка. Всем тарелки. Все, хорош, хорошо. В общем, мы с Дианой сидим, едем. Слушайте, сели в другую маршрутку. Номер. Что, нету, Диана? Еще... Нету. Достали Ашкам, короче, наморозил воды. Достали воды из морозильника. Диана пить захотела, а она еще вся дубовая. Вот. И, короче, едем. Я-то жду одну дорогу. По итогу смотрю. А, уже торговый центр. Мы просто в другой приехали, не в тот, который мы всегда. Ну, решили прогуляться. Здесь качели карусели, пойдем посмотрим. Пошли, Тинёк, а что мы тут стоим на солнце? Ну, потому что пошли, мы просто вышли только что. И это. И приостановились. Поэтому сейчас пойдем там, ну, пошаримся, короче говоря, а что делать? У меня, как всегда, да, те, кто меня постоянно смотрят, я одно говорю, одно и то же. Ну, пойдем сходим, пошаримся и так далее. В общем, ладненько, если что-то будет интересное, мы вам покажем, а уверена, что что-то интересное мы найдем. А если не найдем, то, значит, придется создавать. Да пойдем, да, сейчас. Вот здесь, по-моему, раньше вот этого не было. Мы же, короче, были 100 лет назад. Вон, не типа Мигроса, а Мигрос там есть. А, в общем, все, обойдем. Что у нас тут есть? Какая-то каша есть. Каша. Ну, а что там так написано? Все, погнали. Мави, вон, пошли. Нет, ну все здесь тоже есть. Есть даже асансер. С водой. А, якобы с водой, да. Блин, что захотела? Якобы с водой там. Имитация. Вот, Дианка, уже сразу тебе с порога книжный, сэйч, ал. Да, тут только он классика и детская. А, классика и детская. Детская. Нет, поехали наверх, здесь ничего. А подожди, тут уже вот этот магазин, как Мигрос. Где он? Я забыла. Да не как Мигрос, а вон Мигрос. Нет, здесь был другой, здесь был Карфур, а сделали вместо него Мигрос. Ну, пошли сюда. Зачем тебе? Походим, мам. В Мигросе? Да. А если что-то купим, что тягать будем, дочь? Ну, нам ничего не купим, пошли. Блин. В общем, мы тут присели, походили. Уже ж время, слушайте, 3 часа дня. Я, честно признаться, так есть уже хочу. С утра мы позавтракали. Во сколько это было? Ну, часов 10. Я кусочек сыра такой съела, выпила кофе. И все. А сейчас думаю, ну, блин, жрать охота. Что такое? Что такое? И до меня дошло, что это. Короче, заказали здесь пиде. А здесь, кроме бургеров, оказывается, ничего нет. Я думала, здесь есть хатай мутфаи. Придуманные бургеры. Ну, да, вот такой. Румани тоже с бургерами, купец. Румани. Короче, и мы решили взять это. Турецкую пиццу. Пиде. А ты говоришь, пиц нету. Ну, нету там. Вот тебе турецкая пицца. Просто нормальную, мам. А ты делаешь итальянскую. Короче, там потоптались по бойнеру. Но, в принципе, в целом и нечего вам показывать, потому что, ну, все одно и то же. Кто не видел торговый центр, да? Диана предлагает сходить в кино. Телефон, как Диана? Телефон? Черный телефон? Черный телефон, да. Черный телефон, вышел какой-то ужас. Фильм. Ужасы. Но он здесь эти. Турецкие субтитры.
дубляжа нет. Ты можешь так смотреть, я буду читать. Нет, и я могу переводить. И слушать. Так он же на английском. На английском. Вы понимаете? Если бы он хотя бы на турецком же был. Я же его жду. В субтитрах. Но я не думаю, что дубляж так... выйдет. Я буду отвлекаться, блин. Я не буду успевать все читать. Короче, вот так вот. Так, Диана все тут бубнит. То стакан ей большой, то еще что-то. В общем, вот такие лапти, представляете? Ну, выпьешь половину, Диан. Хватит тебе ругаться, блин. Ну, так у него, может, нету маленького. Так, это, значит, с картошкой. Это пиде с курицей. А, вот это сейчас стоит, блин, дофига. 33 лиры. 4 лиры, да. А это 20. А это 20. А когда-то стоило 8. Да, представляете? Было дело. Ну, я не помню, раньше с курицей раньше было? Вкусно? Нет. Раньше этой с курицей не было. Ну, короче, сейчас попробуем. Мы уже все, приходовали. А водица наша. Так и, короче, не раз это самое, что там чуть-чуть, да? Так и не размерзлась до сих пор. Вот так вот Ашкым наморозил. Говорит, я вам воды наморозил, чтобы вы не покупали. А мы уже сколько, Дианка? Уже с тобой сколько? Пару часов, да, больше? Не знаю, поехали. Пока ехали, то есть он как бабушки старенькие, пакетик надели. А, ну, блин... Он мог от пакетика. Ну, все равно. У меня вся сумка мокрая. Что делать? Да она не мокрая, Диана. Мокрая, потрогай. Я угодно. Ну да, немного есть. Но все равно пакет нужно забрать, Диана, потому что будет еще хуже. Ну знаешь, если бы я взяла сумку... Диана, в моей сумке очень много важных вещей лежит. Кошелек, кошелек 2. У меня тоже кошелек 2. Зеркальце, помада. Зеркальце, помада. Ну. Чуть-чуть есть. Хочешь на мини-глоток? Нет, не хочу на мини-глоток. Ну, ледяная. Ну, каша ледяная, слушай. Дай-ка. Вообще, дуб дубом. Ну, короче, будем ждать. Нет, слышь, что прихода. Вы видите, вот здесь Диана меня заставила, просто вынудила на вот эту каруселью сходить. Ты там стоишь, держаться не за что, тебя придавливает к стене. Ты уже как будто бы лежишь на полу, но здесь неожиданно пол уходит вниз. Короче, это ужасно, это страшно. Я в первый раз, когда каталась на этом зеркале, я потом отпустила от стены и стояла на полу, который я опустился. Потом меня вниз как приспондяхала, и я там и сидела. Да что, ты тогда сама сидела, да? Да. Ну, как мне не объяснить, что надо держаться руками? Я поэтому просто шла, стояла, да, ну, только... начала, и я, короче, села. А я туда захожу, там держаться ни за что. Я говорю, Диана, а за что держаться? Это как это? Надо как держаться. Это? Короче, ой, вон девчата кричат. Ну, как не страшно, что они кричат? Да тебе не страшно, доченька. Глянь, оно как задирает. Человек что-то там, Диан, посмотри, что она там творит. Диван мы с Дианусечкой диван дерет, непослушная. Это. Ругаю за диван, но он уже старый, поэтому ругаю, не сильно ругаю. Значит, мыши бродили. Вот это все наши покупки, слушайте. Ничего. Да. Вот это что, Диана? Я так и не поняла, что на нос это, что-то мазать это или маска, что? Короче. Она, типа, знаешь, это такая маска клубничная. Лабелиру, то есть вот маски, типа, ага, та, которая снимается. Угу, угу. И что? Просто ну, маска? Ну да, маска. Что за компания такая? А, это корейская? Да, это поэтому я и купила ее. А, корейская какая-то маска. И сколько она стоит? Истанбул? 30 лир. Ну, вот, жель Бурун Маски Си. Так это что, только для носа? Да, это для носа. Но если хочешь, можно носа? И вот тут, и вот, ну, там, где поры. Вокруг, поняла, ага. А, я думаю, что она именно только на носу? Я ну, думала, это для черных носа. Пятен. А что это за контора? Вот так написано. Я читать не буду рисковать.
Так я вообще ж не умею читать. Название. Так, это тоже корейская. От Ватсонса, да? Ну, типа от Ватсонса. Написано Made in Korea. Ну, да-да-да, Made in Korea. Ну, вот тут эти, когда они налепки делают. Если, мне кажется, налепку снять... А ну, давай снимем. Да, да, там должно быть что-то корейскими буквами написано, я так думаю. Ага, и я купила себе крем. Тоже вот такой вот корейский. Фрудя. Не знаю, сейчас тоже вскрою. Да что-то не дожилась, что никакого крема нет. У меня там был то Лореаль, то более попроще. Лореаль мне вообще ужас. Здесь, по-моему, в основном только на английском. Видишь, тут какие-то рисунки, короче. Ага. Ну ладно, так значит так. А ты уже брала такую, да? Это нет, я впервые беру. А, впервые. И сколько маска? Это 15. Маска 15. Была, а, понятно. Вот это Дианы покупки, это мое. Вот это... Диан, ты можешь это вскрыть осторожно, посмотреть, да, какой тюбик? Да, я даже там не вскрывала. Вот такой тюбик, вот крем... такой красивенький. 50 миллилитров, да? Да. 150 лир. Взяла себе, думаю. Да я даже... Слушай. Так нет, ну, не с той стороны. Вот, Дианусик, вот это вот. Нет, я знаю, так, тут там заклеили, потому что там же эти все красавишные начинают все скрывать, мазать, квацать. Сейчас, как говорится. Короче, для увлажнения той Дианки я даже не прочла. Какая? Диана ж мне там переводила. Да-да. А, вот какая вот, видите. Ты что-то видишь, намалевано, все на корейском написано, пожалуйста. Ну, я не знаю корейский, к сожалению, хотела бы учить, но... Видишь, тут гранатик нарисован, кстати. Ну да, да, я видела, и тут где-то там на коробке гранатовый. Короче говоря, буду пробовать. А, 55 грамм, понятно? Ну, конечно, корейский, вся косметика классная, что там говорить, поэтому я уверена, это однозначно лучше, чем L'Oreal. Я тогда за L'Oreal тоже отдала 150, 100 лир там что-то он стоил, а ну дай не хнуть. Класс. Все, закрывай, вечером попробуем. Вот, за L'Oreal тогда тоже отдала 100 лир. Ой, ерунда, ну просто ерунда.